Благоустроенный парк появится в районе улицы Тихвинской во Владивостоке. Сейчас там находится лесной массив, который при благоустройстве планируется сохранить. Сегодня в рамках планерки рассматривался целый ряд вопросов, в том числе и вопросы благоустройства. Мы приняли решение о том, что земельный участок в 3 гектара, который находится прилегающий к улице Тихвинская, недалеко от госпиталя ветеранов, будет включен до 22 февраля в перечень территорий, по которым можно организовывать голосование в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как уточнил мэр дальневосточной столицы, принятые решения позволят включить участок в список территорий для участия в рейтинговом голосовании в следующем году. На голосование будущего года мы вынесем также эту площадку, поэтому обращение к жителям города Владивостока, там, проявить свою гражданскую позицию, голосовать в том числе и в этом году за те площадки, которые будут реализованы уже в 2025 году. Соответственно, в будущем году определить для себя территорию, которая вам наиболее по духу, и за нее голосовать. Отметим, рядом с участком планируется создать производство рабочей и школьной формы, а также обмундирование для военнослужащих. Помимо этого, здесь выполнят озеленение и обустроят места под парковку. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.